заседании провели обсуждение показов аниме на российских телеканалах. Сегодня обсуждали сериал «Наруто». После 6 часов заседания прервались на перерыв, остановившись на 14 серии. С учетом продолжительности сериала обсуждение затянется на несколько месяцев. В городе Балаково Саратовской области уже третий год проходит мероприятие, посвященное японской анимации. Подробности далее. И главная новость часа. Сегодня в Токио 3 произошла авария. Наш собственный корреспондент с места событий. Здравствуйте, Роман. Роман. Пока не появляются технические неполадки, реклама на нашем канале. Не отключайтесь. Пострадавших россиян, кроме двух идиотов с микрофонами и камерами, нет!
Что ж, на связи с нами был наш постоянный корреспондент Борис. Мы с вами будем следить за этим постановлением. Just
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. This is what I brought you, this you can keep. This is what I brought you, this you can keep. I promise to be just fine as one thing.